день благоприятен для людей, родившихся в годы лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день постигать науку, изучать астрологию, лечиться и проводить операцию, приглашать в гости друзей, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, проводить сватовство и заказывать табан хорюлга. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы тигра и кролика. В этот день не стоит вспоминать обиду, начинать конфликт, ссориться и спорить. Стрижка волос, к обострению органов чувств, отправляться в дорогу, к успеху исполнится все задуманное.